Всем привет, ребята! Я знаю, что вы очень долго ждали этот кавер, вы постоянно меня просили сделать кавер на эту песню. Она мне, кстати, очень сильно понравилась, больше, чем все другие песни в альбоме, вот честно. И мне очень нравится ее посыл. Он намного глубже, чем кажется сначала, он абсолютно не поверхностный. За это я люблю иностранные песни. Из-за того, что я перевожу иностранные песни, у меня есть очень крутая возможность сотрудничать с разными иностранными компаниями. И одна из них, кстати, мне совершенно недавно написала с просьбой рассказать об их очень классном приложении. Это приложение называется Mubit, и это как бы такое приложение, посвященная полностью кей-поп тематике, кей-поп айдолам, песням, клипам и так далее. В этом приложении собрано очень много эксклюзивного видеоконтента. В этом приложении вы можете быстрее всех практически смотреть фанкамы, типа вот каких-нибудь таких, то есть совершенно разными артистами, совершенно разными айдолами. Ну и, соответственно, вы можете просматривать абсолютно разные видосики, не только такие. И в некоторых видео есть субтитры, что тоже очень круто. И такие видео всегда помечены значочком субтитры, и вы можете найти, и, собственно, это очень удобно, я думаю. Также, если нажать на вот эти три точки, вы увидите, что у приложения есть несколько разделов, и первый раздел — это Mubit Original. И здесь вы можете смотреть эксклюзивные бэкстейджи, различные фанкамы, разные интервью, которые очень сложно бывает даже найти на просторах YouTube, поэтому это такой раздел, в котором собрано очень много разного видеоконтента. Также здесь есть раздел «Новые видео», в которых самые-самые новые видео появляются впервые всего, и раздел «Wave», где видео рассортированы по разным темам. Ну и, конечно же, вы можете найти всех своих любимых биасов. Например, если зайти на канал BTS, вы просто в поиске набираете там BTS или ваши любимая группа, и заходите на их канал, и, собственно, если нажмете на буковку I, то сможете зайти на отдельный канал каждого участника. И еще на каждом из каналов есть такое сообщество, где фанаты делятся всякими мемами, картинками, вы тоже можете их туда постить. Очень круто, что вы можете пользоваться этим приложением бесплатно, также можно попробовать премиум-версию, она 30 дней, по-моему, тоже предоставляется бесплатно. Премиум-версия дает всякие разные дополнительные бонусы, например, вы сможете скачивать видео, которые смотрите. Ну а теперь поехали! Выпей до дна, бокал выше, звон и слышишь, тирс мой в руке, выпьем все здесь, волну лови, дистиль порви, порвем же, зажжем этот вечер. Сегодня, как Дионис, мы пьем, тирс в руке, второй держу я чашу с вином, и моя чаша до конца полна искусства, искусство как вино пьянит, ты знаешь это чувство. Что делать, что делать, что делать, ты не знаешь, а я стремлюсь к тому, что ты не понимаешь. Даже вздох, не имеющий значения, иначе зазвучит из моего микрофона. Я... Где же вечеринка будет до утра? Где же вечеринка будет до утра? Позже еще раз выпей, еще раз. Мы переродились. Выпей до дна эту боль творца. Выпей до конца. Выпей до дна разговор весь наш. Теперь я точно готов. Из-за вина, вина, вина в моем бокале. Вы все, вы все, вы все, вы как безумцы стали. Глоток второй. Напейся искусство мое. Из-за вина, вина, вина в моем бокале. Вы все, вы все, вы все, вы как безумцы стали. Глоток второй. Напейся искусство мое. Бокал выше, звон и слышишь, тирс мой в руке, выпьем все здесь. Волну лови, дистиль порви, порвем же, зажжем этот вечер. Я здесь перед дверью в новый мир. Я на сцене, крики громче слышу их. Разве ты не видишь сломанный тирс? И сегодня будто бы вновь родился я. Вновь родился я. Эо. Лишь наступит ночь, ночь, ночь. Эо. Не свяжу двух слов, слов, слов. Эо. Этот громкий бас, бас, бас. Барабанов бой, бам, бам, бам. Yeah. Где же вечеринка будет до утра? Где же вечеринка будет до утра? Позже еще раз выпей, еще раз. Мы переродились. Выпей до дна эту боль творца. Выпей до конца. Выпей до дна разговор весь наш. Теперь я точно готов. Из-за вина, вина, вина в моем бокале. Вы все, вы все, вы все, вы как безумцы стали. Глоток второй. Напейся искусство мое. Из-за вина, вина, вина в моем бокале. Вы все, вы все, вы все, вы как безумцы стали. Глоток второй. Напейся искусство мое. Послушай, где мы только не бывали, везде стадионы. Эй, я был просто кей-поп айдол, теперь я артист. Уже теперь я артист, уже теперь я артист. Уже артист или айдол, имеет ли значение? Hey. Искусство опьяняет больше, сильнее. И каждый новый рекорд все сложнее. Выпью свой бокал весь до дна. О нет, нет, в горле сухо, что не так? Что? Из-за вина, вина, вина моя.
И вся вина, вина, вина в моем бокале. Вы все, вы все, вы все, вы как безумцы стали. Глоток второй. Напейся искусство мое. Пока выше, звон и слышишь. Тирс мой в руке, выпьем сосед. Волну, лови, дистиль, порви. Порвем же, порви, зажжем этот вечер. Всем спасибо за просмотр, ребята. Спасибо, что остаетесь со мной. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.